кто не слепой и не глухой, узнает сразу Юра Хой и группа «Сектор Газа». Юра, добрый вот день. Мы недавно узнали, что ты приехал из Москвы и, наверное, не пустой приехал, с какими-то новыми компакт-дисками. Нет, я привез. Покажи. Три новых диска. Покажи их. Made in Austria. Два. И вот третий. Зловещие мертвецы. Ядрёна Вошь и Гуляй, мужик. Сделаны в Австрии, потому что у нас, к сожалению, запретили. Но даже это к лучшему. Ну и кроме этого, еще раньше были выпущены два диска. Это «Нажми на газ» и «Колхозный панк». Всю эту продукцию, я надеюсь, кому если очень надо, найти можете. Скорее всего, только на толпе. Знаете, где полтинник находится. Юр, а какая фирма выпускала? Вот печаталась в Австрии, а через какую московскую фирму? Гала Рекордс. Гала Рекордс, да? Замечательно. Сколько у тебя еще вообще будет всех компактов? Уже сделаны, но они должны получить, они еще на таможне, еще три лазерных диска. Это какие? «Сказка», «Кощей бессмертный», «Танцы после порева» и «Ночь перед Рождеством». Короче, в общем у нас 8 лазерных дисков. Ну, это практически вся антология «Сектора Газа», да? Да, кроме первого. Что дальше? Дальше что-то еще будешь записывать? Дальше... Я слышал, что ты уже как-то начинаешь подумать о серьезных таких песнях, вот, лирических даже. Да, подумаю, но почему-то все равно все сходится на это. Пробовал. Ну, не пишешь, знаю, как, да? Получится, да, пока медленно, но к весне, я думаю, к маю что-нибудь сделаю. Будешь записываться, да? Конечно. А где? В нашей студии? Да, скорее всего, в Black Box. Ну, прекрасно. В Москве просто, да, там кусается. Ну вот, у нас сегодня с «Сектора Газа» два, так сказать, ветерана. Саша Якушев, мой Должбан, Даник и Вадик Глухов, гитарист. Ну я не один ветеран. Ну так все-таки. Юр, кто сейчас еще играет в «Газе»? Ну начнем с самого начала. Вот Санек, он работал с нами с 89-го года. Угу. Это самый ветеран. Да, самый старый. Вадик пришел 2 года назад. Вася сейчас у нас. Вася есть еще, Черных. Опасный, сильный. В две гитары сейчас играем. Да. Саунд поэтому стал круче. Ну, Леша Шаков еще. На клавишах, да? На клавиш-синтезатор. Тоже он с нами давно, уже с 91-го года. Ну, вот и все. Ясно. Какие-то выступления планируются? А то в Воронеже вы не выступали уже, ну сколько? Вот 3 года, да, с 92-го года, вот с того концерта. Нет, намечался концерт вот после гражданской обороны как раз. Ну вот, на обороне там все разломали, поэтому после этого нас просто запретили. Ну а так вообще собираетесь? Ну надеемся, что мы сделаем. Мы всегда рады. Новый, старый? Ну новый, конечно, будет, но главный. в конце и по старинке шибанем. Ну замечательно. С вами группа «Сектор Газа», Юра Хой. Очень приятно. Тормози, Саш! Я все пошел!